Ассаламу алейкум, уважаемые друзья. Я сейчас вот как раз приехал по радостному событию. Значит, я приехал для того, чтобы наградить бойцов из отряда «Механика». Значит, отряд данный был подготовлен. Отряд нашего одного брата «Механика» был подготовлен нашим вторым братом, то есть младшим моим братом Диким. Этот отряд, вот по заслугам, реально, я скажу, вот когда мы говорим о русских ребятах, вот они. Ты кто по национальности у нас? Русский. Ты кто у нас по национальности? Ты кто по национальности? Русский. Русский. Он сказал, что он русский. Представьте себе, его борода какая. Алтай. Русский. Короче говоря, я вам скажу так. Вот для того, чтобы вы все знали, наша страна, она богата героями. Вот они, настоящие русские герои. Вот они. Настоящие русские герои, мужчины, которыми мы должны гордиться. Вот на примере вот этих ребят вы должны растить своих детей. У нас герои есть разных национальностей, у нас их действительно много. Но я скажу, вот на данный момент я приехал для того, чтобы наградить вот этих ребят. Каждый из них заслуживает уважения к нему. Я горд, что у меня в спецназе «Ахмат» есть вот эти вот ребята, каждый из них. Вот я хочу, чтобы страна их всех увидела. Вот я горд, что у меня в «Ахмате» есть такие вот герои, как вот эти ребята. Вот так вот. Вот я скажу так. Эти ребята показали такой пример мужества и героизма, что, я скажу, если мне кто-то скажет, что кто-то для меня должен быть ближе, по каким-то другим признакам и критериям, я его абсолютно спокойно могу, как говорится, отправить куда-нибудь, чтобы он походил лесом. Потому что братство, которое у нас сплотилось за это СВО, вот с этими ребятами, которые пришли в спецназ «Ахмат» и делают все, доказывая всему миру, что они являются настоящими героями, оно несравнимо ни с чем. Это герои, которыми мы должны гордиться по праву. И я надеюсь, что каждый из вас вернется домой живым и здоровым. Но мы с вами не сложим свои мечи до тех пор, пока не победим нашего общего врага. До тех пор, пока не будет повержено зло под названием войско Даджаля, антихриста. И мы, да, Аллах, являемся войском Иисуса, Иса, алейхиссалам, войском, которое будет сражаться до победы с войском антихриста и добьется этой победы. И во главе нас будет Иса, алейхиссалам, Иисус. Это вопрос однозначно. Нам с вами предстоит долгий путь, но мы его добьемся. И тот, кому из нас суждено умереть, не дойдя до конца этого пути, иншаллах, рахман, он будет в раю. Это тоже является нашей целью. Потому что мы находимся на священной войне. Я так думаю, что вы в этом не сомневаетесь. Так же, как и я. Есть кто-нибудь, кто сомневается в том, что мы находимся на священном пути? На священной войне. Поэтому всем тем, кто хочет что-то сказать плохое в адрес бойцов спецназа «Ахмат», я горжусь каждым из них. Мне без разницы, кто они по национальности. Мне без разницы, кто они по религии. Самое важное, что это мужики, которые оторвали себя от своих диванов, от своих любимых и поехали защищать интересы Божьи и интересы человечества, общие человеческие интересы, защищать свои семьи, свою родину. Вот они, настоящие русские. Вот кем мы должны гордиться. Каждый из них тот, кем я лично горжусь. И я горд, что в «Ахмате» есть эти ребята. Каждому из вас спасибо большое. Я опять говорю, у меня просто много чего я хотел бы рассказать, но пока я не могу это рассказать. Но об этом потом напишут книги.
Об этом потом будут снимать фильмы. И я вам даю слово, когда мы будем потом собираться на параде победы, мы там будем ходить с гордо поднятой головой, потому что мы сможем сказать, что мы сделали все, что от нас зависело. Спасибо, мужики. Удачи вам, красавцы.